юмористическая миниатюра, можно назвать зарисовка. Домбровский, регистрация на все случаи жизни. Слышал, что поэт Домбровский не признан поэтом некоторыми критиками? Да, говорят, даже известная поэтесса так сказала. И что она сказала? Но она сказала, что хорошо относится к любому творчеству, но то, что пишет Домбровский, нельзя называть стихами или поэзией. Но это же оскорбительно. Да, но с другой стороны, Украина — это демократическая страна, и каждый вправе считать себя кем угодно. То есть, если я напишу несколько строчек, я тоже буду поэтом? Но в теории да. Но быть зарегистрированным кандидатом в мэры города, это уже другое дело. А как это? Но ты можешь зарегистрироваться как кандидат, но это еще не значит, что тебя выберут. То же самое с поэтами. Ты можешь считать себя поэтом, но это еще не значит, что тебя признают таковым. Так что Домбровский, поэт или нет? Ну, это уже каждый решает сам. Но одно ясно. В Одессе он уже был зарегистрирован на все, что только можно. Последняя строчка еще один раз. Так что, Домбровский поэт или нет? Но это уже каждый решает сам. Но одно ясно. В Одессе он уже был зарегистрирован на все, что только можно. И на мэра тоже.